Herkese merhaba, ben Engin. Bugün yanımda Mikay var. Mikay ile beraber Odessa'dayız, Arkadya sahildeyiz. Ve gençlere, genç çiftlere özel bugün toplam 3 tane sorumuz olacak. Mika, привет. Привет. Как дела? Супер, у тебя? У меня тоже отлично. А ты можешь сказать, у нас 3 вопроса сегодня? Yemen kavun. Bir önceki cümleden alıp, bir önceki cümleden tamam. А ты можешь сказать, у нас 3 вопроса? Конечно. Ребят, смотрите. Первый вопрос мы задаем ребятам и спрашиваем. Интересно же, что вы будете делать в первую очередь, если будете человеком противоположного пола? Да. А хорошо. Второй вопрос? Второй вопрос у нас будет немного интереснее. Мы будем спрашивать, знаете ли вы пароль от вашего телефона любимого человека? Да. И у нас... Третий вопрос. И третий вопрос, самый интересный. Пожалуйста, нам нужно увидеть фотографию, самую последнюю, сделанную в вашем телефоне. Башлёрс. Здравствуйте, как зовут вас? Алена зовут. Очень прекрасное имя, вы очень красивая девушка. У меня к вам сразу же первый вопрос. Если бы вы были противоположным человеком, то есть мужчиной, на 24 часа примерно, что бы вы сделали в первую очередь? Подумайте. Ну, я бы, наверное, поэкспериментировала со своей подругой, попыталась бы влюбить в себя, сходить на свидание. Ого-го, ничего, так неплохо. И еще один у меня к вам вопрос. Вы можете показать последнюю фотографию, сделанную на ваш телефон? Да, могу. Спасибо большое, ждем. Надеюсь, ничего личного. Вам нужно будет показать просто вот в камеру. У меня море. Еще ближе, еще ближе. Есть? Супер, спасибо большое. Такой к вам еще маленький вопросик. Если мы выложим это видео в YouTube, надеюсь, у нас не будет с этим проблем. Нет, не будет. Все, спасибо тогда вам большое. Вы очень прекрасная девушка. Хорошего вам дня, вечера. Хорошего отдыха. До свидания. До свидания. Итак, здравствуйте, как зовут вас? Аня. Очень приятно, Анечка, вас? Валерий. Очень приятно. Ребят, первый вопрос хочу спросить у вас. Знаете ли вы пароль вашего любимого человека в телефона? Да. Да. Можно, пожалуйста, откройте? Конечно. Телефончик желтый, ничего так. Есть, супер. И второй вопросик. Вы покажите, пожалуйста, самую последнюю фотографию в вашем телефоне. Единственное, что нужно сделать, на камеру. Итак, барабанная дробь. Есть. Это его девушка. Они очень классная пара, на самом деле они очень красивые. Еще такой мини-мини вопросик. Мы выложим это видео в YouTube. Надеюсь, с этим проблем никаких не будет. Нет. То есть вы соглашаетесь да. со всем. Да, да. Есть. Спасибо большое, ребят. Хорошего вечера. До свидания. Спасибо большое. Сумку, 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 сумку. Ребятки, здравствуйте. Как зовут вас? Тимур. Тимур и? Андриан. Супер, у вас очень красивая улыбка, у вас тоже, серьезно. Смотрите, хочу у вас спросить, если бы вы были противоположным человеком на 24 часа, что бы вы сделали в первую очередь? Ну, поехал бы в стриптиз-клуб. Если бы вы были девушкой, поехали бы в стриптиз-клуб? Да. Ну хорошо, вы? Я бы был компаньоном стриптиз-клуба. Был бы компаньоном стриптиз-клуба. Да. Сколько лет вам? 14. Серьезно? А вам? То же самое. Понятненько, мысли у вас немножко такие, маленьковатые. Смотрите, еще, если мы выложим это видео в YouTube, надеюсь, никаких проблем с этим не будет? Нет. То есть вы соглашаетесь да. на все? Да. Есть, супер, хорошо, спасибо большое вам, хорошего вечера, до свидания. Итак, здравствуйте, как зовут вас? Настя. О, Настюша, у меня бывшая подруга была, я уже об этом говорила вам. Как вас зовут? Сергей. Очень приятно. Ребят, скажите, пожалуйста, знаете ли вы пароль пароль телефона вашего парня? Нет, не знаю. А вы знаете? Парня нет, девушки тоже. Не знаете? Не знаю. Понятненько. Еще такой вопросик. Вы можете показать самую последнюю фотографию, сделанную в вашем телефоне? Я сейчас посмотрю, можно ли ее показать. Пожалуйста, смотрите, мы ждем. Да, это скриншот. Конечно. Покажите, пожалуйста, в камеру поближе. Есть? Супер.
Если мы выложим видео в YouTube, надеюсь, ничего плохого с этим не будет? Нет, не будет. Не против, да? Да, да, все отлично. Супер. Спасибо вам большое, вы очень классная, красивая пара. Хорошего вечера. До свидания, ребятки. Спасибо, до свидания. Ребяточки, здравствуйте, как зовут вас? Вероника. Вероника, супер. Вас как зовут? Вероника. Серьезно? Я могу загадать желание? Есть. Хорошо. Первый вопрос. Если бы вы были противоположным полом, что бы вы сделали в первую очередь? В первую очередь? Вот вы были, вы представьте себе, вы мужчина вот на 24 часа. Что бы сделали? Ну, скорее всего, пошла бы играть, что ли, в компьютерные игры с другом каким-то. Вау! Там. Серьезно? Все? Наверное, да. Хорошо, вы? Я бы хотела развести друзей, мальчиков тоже, у своего пола. И, наверное, познакомиться с какой-то девушкой. Неплохо. С такой же, как и вы, красивой, наверное, да? Хорошо. И второй вопрос. Вы можете показать самую последнюю фотографию, сделанную на ваш телефон? Хорошо, сейчас. Вас это тоже ждет. Кто первый? Давайте. Я могу сейчас. Самую последнюю. На камеру, пожалуйста, вот так вот. Сейчас, секундочку. Не стесняйтесь. Есть? Показывайте, пожалуйста, на камеру. Есть? Супер. И вторая. Супер. Девочки, я выложу это видео в YouTube. Надеюсь, с этим никаких проблем не будет. Конечно. Да? Согласна. Нет, да? Конечно. Спасибо большое. Вы очень красивые. Хорошего вам вечера. Спасибо. До свидания. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Ребятки, здравствуйте. Как зовут вас? Аня, здравствуйте. Вадик. Вадик. Очень прекрасное имя. Вы очень красивая пара. Я хочу спросить у вас первый вопрос такой интересненький. Знаете ли вы пароль вашего телефона, молодого человека, от телефона? Да. Знаете? Ну, как сказать, знаю. То есть вы можете сейчас взять телефон и разблокировать? Да. Хорошо, попробуем. Можно, пожалуйста, ваш телефончик? Все. Это очень легко. Палец. Понятненько. И еще такой вопросик. Вы можете показать последнюю фотографию, сделанную на ваш телефон? Да. Показывайте. Единственное, это нужно показать вот так вот в камеру. Пока, поближе. Вот и все. Есть? Да. Хорошо. Смотрите, если мы выложим это видео в YouTube, я надеюсь, никаких проблем с этим не будет. Это просто вопросы и ответы, поэтому спасибо вам большое. Я желаю вам хорошего вечера. Спасибо. Хорошего вечера. До свидания. Пока-пока. Итак, здравствуйте, как зовут вас? Здравствуйте, меня зовут Даша. У вас очень красивое имя, вы очень красивая девушка, серьезно. Вам, вам просто идет это имя. Скажите, пожалуйста, такой вот первый вопрос. Если бы вы были противоположным полом, что бы вы сделали в первую очередь? В первую очередь? Да. Даже не знаю, наверное, бы занялась тем, чем не могут заниматься женщины. Даже не знаю, это спорт, допустим, не кажется же спорт... доступен женщинам, поэтому, скорее всего, это был бы спорт. Супер! И еще такой вот вопросик. Покажите, пожалуйста, последнюю сделанную фотографию на вашем телефоне. Скажите легко. Легко. Давайте. Сейчас ждем. Показывайте, просто в камеру протягивайте и все. В это время мы можем показать вам нашу Одессу. Одесса супер, вы не поверите просто. Одну секундочку. Смотрите, пожалуйста. Еще ближе, еще ближе. Есть. Спасибо. Скажите, если мы выложим это видео в YouTube, ничего плохого, проблем не Нет, будет с этим? Конечно. Я только за. Есть. Спасибо большое вам. Хорошего вам вечера. До свидания. Спасибо. До свидания. Так, ребятки, здравствуйте. Как зовут вас? Настя. О, Настя. Очень красивая. У меня бывшая подруга Настя была. Как вас зовут? Лёва. Супер. Лёва, клёво всё. Итак, ребят, скажите, пожалуйста, знаете ли вы пароль от телефона вашего любимого человека? Нет. Нет? А вы знаете? Серьезно? Ну, неплохо, неплохо. Хорошо. Второй вопрос. Можете ли вы показать мне последнюю фотографию, сделанную в вашем телефоне? Даже не мне, а просто проснуть на камеру. Сейчас я посмотрю. Можете что-то найти интересненькое? Просто самую последнюю фотографию. Ну вот, это мой друг. Показывайте, пожалуйста, в камеру. Это мой друг. Есть. Это его друг. Не забывайте его друга. Хорошо, ребятки, если я выложу это видео в YouTube, никаких проблем с этим не будет, я надеюсь? Нет. Вы очень красивая пара, вы нам спасибо, очень нравитесь. Спасибо. Спасибо большое, хорошего вечера, до свидания. Итак, девочки, здравствуйте, как зовут вас?
Лера. Лерочка, очень красивое имя. Вас как зовут? Даша. Спасибо большое. Очень приятно с вами познакомиться. Скажите, пожалуйста, первый вопрос. Если бы вы стали противоположным полом на 24 часа примерно, что бы вы сделали в первую очередь? Познакомилась с какой-то девочкой, пошла бы с ней куда-то посидеть. Вау, неплохо вы. Ну, я думаю, я сделала бы то же самое, потому что интересно вот-вот поухаживать за кем-то. Как бы, да, если была бы мальчиком, ухаживала бы лучше, чем они сейчас. Понятненько. Это, кстати, ребята, на заметочку мальчикам. И второй вопрос. Покажите последнюю сделанную фотографию в вашем телефоне. На камеру, вот так вот. Не стесняйтесь, серьезно, это все легко, просто. Можете даже немного прокомментировать, кто хочет. Показывайте. Есть? Покажите еще ближе. Комментарии нужны, не нужны? Ближе, ближе, ближе. Еще ближе. Не бойтесь. Есть? Супер. Ваш. Тоже без комментариев. Супер. Смотрите, девочки, мы выложим это видео в YouTube. Надеюсь, с этим проблем никаких не будет. Нет. Все. То есть вы согласны? Нет, да. Есть. Спасибо большое. Вы очень красивые. Спасибо вам большое. Хорошего вечера. До свидания. Итак, ребята, здравствуйте. Как зовут вас? Дарья. Дарья, очень красивое имя. Серьезно. А вас? Женя. Приятно познакомиться. Скажите, пожалуйста, знаете ли вы пароль от телефона вашего любимого человека? Конечно, у него тач с моим отпечатком. Серьезно? Продемонстрируйте нам. Да, конечно. Сейчас. Вот это доверие. Серьезно. Хорошо. И такой вот интересный вопросик для вас. Покажите последнюю фотографию, сделанную в вашем телефоне. На камеру. И чем ближе, тем лучше. Ну, то есть расстояние. Есть, покажите, пожалуйста. Есть. Это осень, ребята, серьезно. Мы выложим это видео в YouTube. Надеюсь, с этим проблем никаких не будет у вас? Нет, не будет. Все хорошо. Есть. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Хорошего вам вечера. Да, до свидания. Да, взаимно. Пока. До свидания. Пока. Спасибо, ребят. Все. До свидания.